Ребята, всем привет, с вами Александр, Дино, Хантер, Дедли, Шуэрс, короче, смертельные бега. И давайте добьем мы вот эту вот серию пила. У нас осталось тут буквально пятерочка, пять боев. Будем прощаться с регионом 5 потихоньку. Так, Блудгоргеры. Так, где вы там? Вот они. Так, у нас наши отравленные. Троих достаточно, по-моему. Одного за... Если он весь попал, то этого достаточно. Потихонечку оно отъедает. Но проще еще разок выстрелить. Так будет быстрее и надежней. Так, целых 8 штук нам этих мутантиков поджаренных нужно завалить. Да, вон, пошли. Вот. Хотели с фланга зайти. Да, ну тут награды понтовые. Так, готовы. Ну, капс-крашеры. 4 гигантских. А что не гигантские? Ну что, больше, чем обычные? Да, вроде такие же. Всех завалю. Так, ну что, так, этот готов, этот готов. Ну, тот тоже готов. Так, 6 капскрашеров, что-то тут подряд практически. Ну ладно, а то я как-то не распробовал. Ну, он думает, что удерет. Не тут-то было. Ну и все. Так. Кто у нас следующий? 29-й. А, так, Блудгоргеры. Бедняга аж подскакивает. Знаете, как говорится, не съем, хоть понадкусываю. Эх, не успел. Не успел еще одного подстрелить. 9-го. Так. Награда. Кусочек карты. Интересно, какой. Ух, нифига себе, шорох. А кристаллический тираннозавр. Вот это будет у нас название серии. Шорох. Что ты такое? Как говорил Шварценеггер в фильме «Хищник». Да вот и все. Отравление на него тоже действует. Зомби-ферма. В нее кто-то играет. По-моему, что-то она неприкольная. Так, ну, тут все готово. У нас еще купа-купа всяких событий. Вот такого вот рода. Блин, интересно, вот эту штуку нужно выполнять обязательно или нет?
В девятом регионе вообще все стерильно. В десятом регионе тоже все стерильно. Насколько это возможно. У нас здесь есть битвы за трофеи. Осталось 3, 4, 5. Но есть и 12 регион. Давайте тогда возьмем 12 регион. Немножко разнообразим стрельбой из лука. А точнее усложним свою жизнь. Каритозавры. Каритозавр. Ух ты, красиво. Новая территория, что ли? Новая локация? Да я уже такую не помню. В ляжку. Так, а там был третий, я его даже не заметил. Так, молодой синраптор. Так, но они какие-то вообще дохлые были все время, эти синрапторы. Так, но не этот. Yes, 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 yes. Было вообще на тоненького. Так, две инженеи. Два ляма нам за это дадут. Неплохо. И куда она ушла? Люблю дальние выстрелы. Блин, хочется в Снайпер Элит поиграть, тогда времени нет. Серия луков. Так, три молодых дейнониха. Отлично. Так, у меня еще один кусочек энергии остается. Дейнонихи. Так, тетива у нас так мигает. Вот вижу одного, второго, вот один, второй и третий. Так, ну нужно с самых ближних начинать, с самого ближнего. Да ладно. Так, мне вот волнует вся. Вот этот. Прямо в сердце. Как в старые добрые времена. И в турок поиграть хочется. Так, ну а у нас? А у нас, ребятки, что у нас охота по контракту? Инженеи. А, это вторник. Тут трофеи. На трофей там нужно, по-моему, 2 очка. Ну, ладно, тогда идем еще с луком. Пентацератопса. Пентацераптора. Завалим. Да и все. Вот и все. Два лямчика. А сколько здесь дают за охоту по контракту? Так тоже нормально. Тоже почти 2 лямчика. 1 865 000. Ну что, ребятки, энергика закончилась. Смотрим, что у нас там в 13 регионе. 12, 12, 12, 12, 12. А вот это 13. Играйте в серию дробяков в 13 регионе. То есть, чтобы открыть карту 13, нужно уже поиграть в 13 регионе. Это интересно. Так, ну мы пока что в серии лука. О, у нас добавилась еще одна единичка энергии. Тогда идем еще раз. Игуанодона. Две штуки. Так, это трицератопсы.
прям сразу хотел в него зарядить, но потом. Хитер какой. Блин, трицератопс на себя переманил одну стрелу. Еще и в кожух попал. Но все, но свое дело мы, ребятки, сделали. На этом все. До скорых встреч.